Такая вот материнская плата, и на ней сокет AM3B. Вот, но я охотился вот за этой вот штучкой под кулер рамкой с бэкплейтом вместе. Она устанавливается для того, чтобы сюда кулер поставить, и ни один другой сюда не ставится. Ни один другой этот кулер без вот этой вот рамки. А теперь все поставится наконец-то.